Вот машина простояла полдня на солнце. Кузов нагрелся, салон нагрелся. Ну и снаружи 34, выдувает 38. Где ваша теория, что прогрелась панель, прогрелся кузов? При чем здесь это вообще? 38 выдувает. Сейчас, по идее, должно чуть начать падать. Двигатель холодный, обогрев воздуха холодный. Прогревочные обороты. Ну, вот разница. На 3 градуса выше температуры выдуваемого воздуха. Сейчас, по идее, должна еще снижаться.